Здравствуйте, дорогие друзья, гости, ну и, конечно же, подписчики моего канала. С вами Нестягин Олег. А сегодня мы рассмотрим Перу. Покажу вам, что на этот раз я интересного и необычного увидел. А начать я хочу с интереснейшей пирамиды и города, который находится рядом с поселком Пампа-Гранде. Давайте рассмотрим более детально. Ну, смотрите. С высоты более чем 1 километр это выглядит как пирамида, разрушенная, изъеденная водной эрозией. Но контуры мы очень отчетливо видим. То есть это квадратная постройка. Давайте посмотрим фотографии, как все это выглядит. Да, от пирамиды мало чего осталось. Может быть, конечно, это не пирамида. Название у фотографии в переводе то, что это крепость. Крепость называется Пампа-Гранде. Рядом с этой крепостью, как видите, ведутся раскопки археологические. Откапывается понемногу городок. Все, как видите, построено из глины. Вот если более детально вокруг этой пирамидки рассматривать территорию, мы увидим просто огромное количество островов. От зданий, от заборов и так далее. Здесь был огромный город в далеком-далеком прошлом. К сожалению, ссылки на Википедию здесь не имеется, поэтому как все это тут происходило и что за город был, мы не узнаем. Но видно, да, просто огромное количество разнообразных островов от построек. Это надо лишь внимательно смотреть. Вот такая вот необычная пирамида, крепость в этом месте. Ну а мы давайте дальше посмотрим еще пирамиды, которые можно обнаружить в Перу. Вот в этом месте тоже очень и очень странные пирамиды. Давайте посмотрим, как обычно, по Google карте. Почитаем немножко официальной информации. Это место называется Тукуме. Среди местных жителей также называется Чистилище. Это название серии скалистых пирамид естественного происхождения, могил и других археологических останков. В этой крупнейшей долине Перу находится множество как природных, так и искусственных водных каналов и примерно 250 пирамид, из которых крупнейшей является Уака-Ларга длиной в 700 метров и шириной в 280 метров и высотой в 30 метров. Местные жители также опасаются этих мест. Пирамиды Тукуме были открыты случайно черными археологами, которые искали в этих местах золото. Давайте рассмотрим более детально, как выглядят эти пирамиды. Вот как видите, только остовы. Их не так отчетливо видно по Google снимкам, но все же можно рассмотреть. Но нам еще помогут фотографии. Пирамиды, как видите, эти полностью созданы из глины, очень сильно изъедены водной эрозией. Сейчас идутся, как видите, археологические раскопки. Некоторые пирамиды совсем уж на пирамиды не похожи, какие-то стены непонятного назначения, строения. Водная эрозия хорошо поработала над этими строениями. Посмотрите, какие рытвины в стенах остались. С первого взгляда и не понять то, что это что-то связано с пирамидами. Больше похоже на какие-то насыпные кучи. Но все равно можно разглядеть, если более детально, то, что да, это искусственное и создано все это из глиняных блоков. Такие же пирамидки немножко подальше есть, но уже в лесном массиве. Вот смотрите, как они выглядят. Также в плачевном состоянии. Полностью разрушенные от водной эрозии, то есть воздушная водная эрозия. Но формы, да, формы пирамид. Вот эта пирамидка более-менее еще сохранила свою форму.
Как видите, вершина это усеченная, то есть срезанная макушка. Поэтому лесному массиву очень много вот таких вот разрушенных пирамид. Некоторые, скорее всего, полностью уже растеклись под воздействием влаги. Остались только пятна. Вот такие вот необычные пирамиды существуют в Перу, полностью из глины. Представляете, их более 250 штук. Так, еще один интересный холмик. Тоже сплошь состоящий из руин. То есть видим какие-то остатки от строений, белые полосы. На фотографии мы отчетливо видим кладку, которая поддерживает то ли стены, чтобы не осыпались, то ли еще что-то. Да. Видим двойной контур на самой макушке. Остатки от строений. Заборы, ну и так далее. Давайте посмотрим, что тут еще интересного есть. Останцы. Ага, еще один холмик. И на этом холме что-то осталось далекого прошлого. Какие-то останцы. То ли от стены, то ли от крепости. Но тоже, как видите, все сделано из глины. Вот всего лишь два кусочка. Того, то, что здесь когда-то что-то было. Так, ну мы давайте дальше. Давайте отвлекемся немного. Я вам покажу гигантскую помойку, которая находится в пустыне. Вот посмотрите. Съезд с дороги, мост, и все, здесь клака начинается. Вот такое вот помоище раскинулось в пустыне. Если полистать исторические фотографии, мы увидим местами, когда она горела, дым, как видите. 2015-й. 13-й год, 11-й, 2002-й год, даже в 85-м немного здесь было мусора. Ну да ладно, везде есть помойки. Рядом с этой помойкой, знаете, тоже очень странное что-то увидел. Давайте покажу. Это вот такие вот круги насыпные. Вот один круг. Вот второй круг. Рядом с кругом вороночки. Крест. Что-то похоже на взлетную полосу. И также воронки. Я думаю, может, это макеты взлетных полос. И военные тут тренируются в бомбометании. Как видите, и здесь тоже вороночки. Какие-то мишени. Здесь круг. Квадрат какой-то на дюне. Крестик. Ромбик с кругом. Еще круги какие-то и квадраты. Да, ну я думаю, скорее всего, что-то это с военными связано. Тренировками в бомбометании. Ну, не знаю, больше пока ничего придумать не могу. Давайте вам интересные стены покажу. Вот на этом горном массиве, как видите, существует огромное количество вот таких вот заборов. Смотрите, как они гору оплели. Как вы думаете, для чего эти заборы именно в этих горах? Давайте я вам похожие стены, но на соседнем горном массиве покажу, как они выглядят на самом деле. Так, вот.
похожие, но здесь их, гораздо меньше, вот таких вот заборов. Вот, к примеру, смотрите, две линии. Но зато здесь есть фотографии этих заборов. Давайте рассмотрим их более детально. Как видите, они сложены просто из камней, без всякого связующего раствора. Они проходят по крутым склонам. Большая часть таких заборов развалена, как видите. Где-то переводится как ступенчатые заборы. Также и местные жители, к сожалению, не знают, для чего эти заборы. Почему именно в горах? Также хотелось бы услышать и ваше мнение, дорогие друзья. Для чего вот в таких вот непроходимых местах заборы? Это же сколько труда надо. Толщины они не маленькие, в среднем около метра. Да, сама по себе гора очень интересно выглядит. Посмотрите, какие фантастические формы. Немного дальше, также очень интересная фотография попалась. Смотрите, как на чудовище какое-то похоже, вернее, голову. Глаза, видимо, отличные, ноздри, рот. Интересно, природа создает скульптуры. Так, ну мы дальше по меткам. Давайте посмотрим, что тут интересного. Руины, также в этой пустынной местности. Руин, как видите, в Перу просто огромное количество. Чуть ли не на каждой горе. Везде практически мы вот увидим остовы от домов. И также, как ранее вам показывал, вот такие вот заборы. Вот смотрите, еще одни руины на горе. Вот полностью вся гора в руинах. Да, люди раньше в горы лезли, сейчас на равнину спустились. Так, ну мы дальше давайте посмотрим. Метка под названием Воронки. Ага, опять гора, опять руины. Но если в этом месте руины внимательно разглядывать, мы увидим тоже огромное количество каких-то небольших воронок разного диаметра. Это надо внимательно тут смотреть. Может быть, вы не увидите, не знаю, передаст ли запись это, но я отлично вижу небольшие вороночки. Также заборы и руины. Ну да ладно, давайте перенесемся немного дальше. Закончим с руинами и посмотрим уже более современные технологии. Посмотрите, к примеру, интересные карьеры. Вот здесь какие-то карьеры странные. Посмотрите, как интересно выглядит выработка. Вот такими вот зубчиками. Как видите, карьер не глубокий. Ну, как в смысле не глубокий? Ну, мне кажется, метров 15, может быть, 20 высотой. Глубиной, вернее. Зачем вот такие вот съезды? Зубчики вот эти вот странные. В середине полузасыпанный карьер. Рядом такой же. Да, что-то странное. Такого я еще не видал. Такой, вернее, карьерной выработки. Что тут вырабатывают, к сожалению, не знаю. Рядом целый комплекс по добыче чего-то, чего я не знаю.
Ну, вроде как бы, если не ошибаюсь, в Википедии про этот район написано то, что добывают фосфаты. То есть этот регион знаменит по добыче фосфатов. Может быть, здесь фосфаты добывают. Может быть, железо. Вот посмотрите, отвал какой гигантский. Лепешкой вот такой вот засыпали. Просто огромную территорию. Пересыпали часть озера. Сеть дорог также очень странная. Да вообще место само по себе очень странное. Если приблизить по максимальному, мы увидим огромное количество дорог. Объезжающие, не знаю, какие-то полянки, может быть, озера пересохшие. Но выглядит все это сверху очень уж странно. Сеть запутанных дорог. Для чего здесь столько дорог? К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос, дорогие друзья. Вы также пишите, что это такое может быть. На геолога разведку это, ну, никак не похоже. Так, ну еще что я хочу вам показать, что интересно я увидел сегодня. А это если включить, к примеру, сетку, то есть север, запад, юг, восток, то мы увидим направленность всех объектов, а это этого озера, также дюн, разнообразных полос строго с севера на юг, ну или с юга на север. Вот посмотрите внимательно. Я специально включил сейчас сетку, а теперь мы будем полностью смотреть, что здесь практически все идеально с севера на юг расположено. Вот смотрите. Вот в этом месте волны. Вот смотрите, как песок выносит на берег. Строго по линии. Я уж не думаю то, что ветер постоянно дует на север. Получается вот такой вот вынос песка или чего другого строго с севера, с юга на север. Вот здесь то же самое. Какая-то общая однонаправленность всего рисунка, всех дюн. Почему, как вы думаете? Почему строго на север все это показывает? Это также надо лишь внимательно смотреть, и вы увидите то, что все направлено по единым линиям. Вот такие у меня наблюдения, дорогие друзья, на сегодня. А на этом я хочу закончить этот видеоролик. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч.